Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Величие премудрости и страха Божия. Всякая премудрость от Господа и с Ним пребывает вовек. Песок морей и капли дождя и дни вечности – кто исчислит? Высоту неба и широту земли, и бездну, и премудрость, кто исследует? Прежде всего произошла премудрость, и разумение мудрости от века. Источник премудрости – слово Бога Всевышнего, и шествие ее – вечные заповеди. Страх Господень, слава и честь, и веселье, и венец радости. Страх Господень усладит сердце и даст веселье и радость и долгоденствие. Боящемуся Господа благо будет напоследок, и в день смерти своей он получит благословение. Страх Господень – дар от Господа и поставляет на стезях любви. Любовь к Господу – славная премудрость, и кому благоволит. Он разделяет ее по своему усмотрению. Начало премудрости – бояться Бога, и с верными она образуется вместе во чреве. Среди людей она утвердила себе вечное основание, и семени их верится. Полнота премудрости – бояться Господа. Она напояет их от плодов своих. Весь дом их она наполнит всем, чего желает, и кладовые их произведения своими. Венец премудрости – страх Господень, произвращающий мир и невредимое здравие. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.